Всех приветствую, друзья! С вами Универсал Прогноз. Сегодня был на рыбалке, на меня накинулась галка. Плюс еще проводил опыт над утками. Едят ли утки червей или нет? Ну и дам прогноз на Ростов и Динамо Москву. 23 числа встречаются. Сыграю в этом матче по моей чуечке. Поставлю тотал меньше 2,5. Голов за коэффициент 1,59. Коэффициент хороший, эти ребята терпят, забивают очень поздно. Ну и переходим смотреть ролик. Делаю пару шагов вперед, отступаю, и она сразу же на меня. Ты сучка, я тебя сломаю, я тебя сломаю. Смотри, пару шагов делаю вперед, отступаю. Ты зараза, блин. Наступай, не-не-не-не. Ах ты, второй летит, товарищ. Наступаю. Отступаю. Не надо, не надо. Все, ладно. У вас тут, походу, яйца. Я сваливаю. Я сматываю удочки. Вот удочка. Здесь она мне чуть в голову не воткнулась. Хорошо, что я камеру достал. Так, наступаю последний раз. Отступаю. Не надо. Ах ты, сука. Наступаю. Нет. Суча. Было две. Собирается целая гвардия их. Не знаю, видно вам или не видно. Как мне вам их показать-то? Они разлетаются. Но их, короче, собирается целое ополчение. Даже просто на уточек посмотреть очень приятно. Так спокойненько, все четко. Одна вообще не боится, вон ко мне плывет. Че хочу? Подскажи лучше, где рыба есть. Плавает она туда-сюда. Она думала, что я ей что-то дам. Но если я сейчас ей дам хлеб, то они тут будут тусить у меня и мешать мне. Поэтому не в этот раз. Гусиные лапки. Как ваше ничего? Чё вы ко мне пришли? А? Чего надо-то? Скользко, понятное дело. Каким-то макаром одна из уток зацепилась мне за леску. Видите, леска натянута. Если она зацепила, а она зацепилась, смотрите-ка, то это жара. Камни жрет. Она зацепилась ногой за леску. Это печально. Так, кину им хлеба. Леску бы отпустила бы. Быстрые вы, ребята. За секунду все заротанил. Может, леску-то трогать не будете, братья? На поплывок.
Давай в те кусты. Трясогузки. А ну-ка сюда. Кто быстрее-то, ну? Ага, никто не идет. Давай туда. Интересно. Давай туда. Так, сюда идем все. Все сюда идем к папе. Молодцы. Я вас научу. На. Не деремся, всем должно хватить. Нате. Вон еще один идет. Ему мы точно должны оставить кусочек. Вон идет один еще. Сейчас я ему дам. Смотрим, долетит, нет. О, прикинь, он этот отбежал от хлеба. А, это мамка. А это дети. Понятно, она детям отдала. Мамка борзая, молодец. Пришла узнать, чем я их здесь кормлю. Все, летчики за летчики. Поехал я, мне еще километров 7 пилить до дома на велике. Вот она, ласточка-убийца. Кто ее видит? Она на меня нападает постоянно. Кря-кря. Рыбы здесь нету. Куда нырнула-то? Вот уроды. Смотри-ка. Ныряет куда-то там. Чё ищут, непонятно. Ха. Куда хоть ты жопой кверху-то? Поплывок оставь на месте, там и так рыбы нет. Ну, кому интересно, как умываются или ныряют. А чё они начали нырять, странно? Ты чё пришёл-то, брат ракета? Ныряй давай. Ныряй, ныряй. Самому интересно, да, и вам покажу, засниму. Они так-то меня уже не боятся. Ни одной поклевки, ни одной. Чисто приехал уток покормить. Но они огромные. Сейчас опять за леску зацепился один. Ну чё, братья? За леску зацепился барин.
Здесь очень спокойно. Так, а теперь давайте проведем эксперимент перед уходом. Вот ласточка-убийца. Интересно. Едят утки червей или нет? Давайте проверим. Просто интересно. Вот они. Ха-ха-ха. Черви-убийцы. Так, ставьте на паузу, и мы проверим, едят ли утки червей. Пишите в комментариях, как вы думаете. Кидаю первого. Я думаю, что не знаю. Поехали. Сожрала или не сожрала? Еще проверим одного. Все-таки я за них полтинник отдал. Проверяем. Все, съел. Съел червяка. Утка съела червяка. Смотрим. Кто взял-то его? Ну, дебилы, блин. Еще один. Утки хавают червей, представляете? Я даже не знал. Все, наелись, походу. Оказывается, утки хавают червей. У меня их уже почти не осталось. Эй, уродец, на червя. Сейчас попробую попасть на лепесток. Во, попал. Возьмет. Сожрал вместе с лепестком. Ловим. Ныряй за ним, если не успел. Конечно, они червей за милую душу съедят. Ха, на голову. Эй. А черви, оказывается, неплохая прикусочка для них. Ну и последний, уже нехотя. Тут еще их дофига, но они в земле. Ищите. Блин, два хотели сбежать. Эй! Эй! Ну все, я вас накормил. Теперь точно погнал. Сейчас только руки помою. Да не сытый компот. Больно ты мне нужен. Нужен был бы. Трезубец бы закинул бы. И за клюв тебя поймал. Ты же мне не нужен. Но здесь такая огромная рыбина плескалась. Я сюда приду со спиннингом. Вот это будет интересно. Всем пока!